Здравия желаем. Продолжаем опыты. Сегодня мы вот запустили галогенку. Она не на небольшой ток дает, но греет. То есть галогенка не сматывает. Со счетчика мы ее отрегулировали по понижайке. То есть надо, значит, напряжение и силу тока лампы должна быть равна напряжению и силу тока, который подающийся устройству, источнику питания, вот этой. Видите? Вот она должна, когда она заряжается, это зарядник на 12 вольт, он красный, а тут он, видите, белый. Счетчик тоже не сматывает, как видите. Сейчас поближе. Вот, стоит. И проверим еще на этой. Как любят рептилоиды. На их не проверим еще. Как видите, тоже ноль. То есть сразу три прибора показывают ноль. А лампочка горит, правда, не ярко. Вот надо подобрать еще лампочек разных, понакупать. Латер бы мне не мешало купить, чтобы определять точно по латеру. А то мне приходится, видите, всякие там подбирать вот эти выпрямители, крутить, вертеть. А так на латере это быстрее бы пошло. И тогда можно любые, в принципе, подгонять. То есть, как вы видели, три прибора показывают, значит, ноль, выпрямитель, от которого питается ноль. Этот прибор, здесь тоже лампочка горит, он тоже показывает ноль, у него красная лампочка горит. Счетчик показывает ноль, стоит. Так. И амперметр показывает ноль. То есть четыре прибора показывают ноль. Какие еще доказательства? Ну и пятое, это у меня продолжает гореть, вот то, что я показывал. Видите, уже сколько? 3 дня уже. Вчера показывал, сегодня продолжает гореть. Там тоже, видите, светится с этой батарейки, уже 2-е сутки продолжает. То есть мы идем по правильному пути. А рептилоиды нас путают. То есть нам только надо запчастей побольше, ребята, и все будет. И бесплатный свет обеспечен. Так как мы поняли, совместно проводя, значит, и споры были за 3 года, и я перепроверял 10 раз, и снова ставил опыты, и в итоге-то мы поняли, что мы идем в правильном русле. Спасибо вам за внимание, желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне и исполнения всех желаний.